Проектная группа «Хвала», друзья, коллеги, заслуженные художники России в такой теплой атмосфере открыли выставку «На пике мастерства». Автор работ – химкинский художник Олег Алонцев. Экспозиция посвящена 80-летию со дня основания городского округа Химки. Главная тема – природа Ферсановки. Здесь в основном представлены те пейзажи, которые именно вот ферсановские, которые знакомы жителям Ферсановки. Поэтому ферсановские пейзажи, вот эта вот река Горетовка, например, она известна всем жителям. Все там бывали, приходили. Да, я живу здесь уже очень давно. Уже больше 30 лет я живу в Ферсановке. Поэтому эти места для меня такие же родные, как и для тех, кто здесь родился. В выставочном зале больше 30 работ. В дар микрорайону художник передал портрет Веры Ивановны Ферсановой, принадлежащую ей деревню Середняково. Ферсанова превратила в подмосковный культурный центр. Выставку можете увидеть и вы до 3 марта по адресу микрорайон Ферсановка, улица Речная, дом 6.